А теперь к теме образования. Молодая преподавательница из Твери примет участие во всероссийской просветительской экспедиции «От учителя к ученому. Дорогами гражданственности». Какие методические разработки представила участница конкурса и куда отправиться в следующем году, расскажет наш корреспондент. Уникальный проект «От учителя к ученому. Дорогами гражданственности» планирует объединить педагогическое и научное сообщество. В рамках экспедиции в 2023 году межрегиональная группа молодых ученых и специалистов отправится в регионы России к педагогам-новаторам для сбора лучших практик и методик гражданско-патриотического воспитания. Экспедиция состоится в 2023 году и будет совмещать уникальные педагогические практики и передовой опыт молодых ученых. В 2022 году в рамках подготовки к экспедиции состоялся конкурс по выявлению лучшего педагогического опыта. В конкурсе приняли участие более 3000 педагогов из всех субъектов Российской Федерации. Преподаватель русского языка и литературы Алена Щеткина из Тверского педагогического колледжа подала заявку на конкурс. В педагогике Алена совсем недавно. Это ее первый год работы. Но за этот небольшой период девушка составила методическую практику, направленную на связь между историей и литературой. Если мы разбираем «Отцы и дети», да, это отмена крепостного права, и как это событие повлияло на жизнь людей. И мы вот как раз рассматриваем быт, те устрои, как люди друг к другу относятся. Мы используем различные формы работы. Это диспуты, литературное кафе, это круглые столы, групповые работы. Также мы с ними устраиваем квесты в классе. Проект «От учителя к ученому. Дорогами гражданственности» приурочен к 20-летию всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ на базе Российского государственного гуманитарного университета. По итогам экспедиции будет издана живая педагогическая энциклопедия, в которой будут собраны лучшие практики педагогов со всей страны. Эта экспедиция позволяет нашим молодым людям, объехав практически всю нашу необъятную страну, ознакомиться, осмыслить профессионально и научно значительное количество различных практик. В декабре этого года участники и эксперты соберутся в Москве на всероссийский научно-практический коллоквиум. Они обсудят основные направления работы в рамках экспедиции, которая начнется в 2023 году. Подробную информацию о проекте можно найти на сайте expeditsiya-moyestrany.rf.